телезрителей, вновь среда. Время 12:30, а это значит, что прямо сейчас вы побываете в городе женщин. И сегодня с вами вновь я, Дарья Анкехва. И, конечно, мои любимые, дорогие, самые красивые, самые умные и самые добрые, веселые ведущие – это Мария Куницкая, а также Анастасия Кондакова. Ну, мы сегодня начинаем. У нас сегодня необычная тема – роль женщины в кино. Ну, если быть точнее, вот тема нашего эфира – это волшебный мир кино. И ну и, конечно, роль женщины в кино. Да. Ну, а Анастасия, как всегда, по средам будет нас учить английскому языку. Да. Настя, что у тебя сегодня? Ну, сегодня мы с вами повторим мою авторскую методику, выучим новые слова и немножко поговорим на английском языке. А что ну, а я, как всегда, буду там что-то творить, шевелить руками и пальцами и создавать какие-то вещи непонятные, как говорит Даша. Ну что, товарищи, поехали? И я как хлопушка. Поехали! Ну что, дорогие мои девочки, уважаемые телезрители, тема «Волшебный мир кино». Мне кажется, настолько многогранная тема, да? Ну и вообще, конечно, про кино можно говорить часами. Но сегодня мы, наверное, немножечко уйдем от общего понятия кино. Да? Да, сузим немножечко тему. И вопрос, конечно, к вам. Как часто вы посещаете кинотеатры и вообще следите ли за кинематографом? Ну, я вообще очень часто, я очень люблю ходить в кино, но, к сожалению, я так не очень хорошо разбираюсь в фильмах. Маш, ну а у тебя? Нет, я киноман, однозначно, я и за новинками слежу. И вот мы разговаривали до эфира с гостями нашими, я стала фанаткой еще документального кино, потому что я стала следить за обновлениями, я скачиваю, я на Ютубе смотрю, и вообще очень, ну, как сказать, меня порадовали некоторые новинки в мире кино, именно документалистики. Вот, я кстати, по-другому стала относиться к документалистике. Ну, раз уж мы имеем все-таки отношение, да, к телевидению, хотелось бы отметить, что сейчас сотрудников на нашем канале женщин становится все больше и больше. А ведь раньше Маша, наверное, не даст соврать, что было редко увидеть, да, продюсера женщину, оператора женщину. Кстати, да, у нас были операторы женщины. У нас были они, и я надеюсь, что в ближайшем времени все-таки феминизм вернется на телевидение. Нет, Даша, не надо, чтобы феминизм возвращался. Ну что, Маш, ну как всегда мы предоставляем тебе слово, наша любимая рубрика «Лайфхаки от Маши». У меня сегодня будет что рассказать. Ну, я опять маньяк кусочков всяких. Значит, у меня остался кое-какой отрезы, ну, так сказать, отход от работы, и я хочу его использовать с умом. Опять же, некоторым образом моя работа, ну, не относится, но, так сказать, легенду имеет, относящуюся к кино. Я как-то в свою бытность работала в Москве у одной режиссера, которая ставила спектакль по Артуру Миллеру. И Артур Миллер, как, может быть, кто-то может знает, кто-то нет, был супругом Мерлин Монро. Он сам лично приезжал, значит, к этому режиссеру, к Нике Котенковой, и, значит, они общались по поводу этого спектакля. Спектакль очень интересный, о любви, Лео и Леонора. И вот он подарил ей шаль Мерлин Монро. Шаль была очень интересная, она была сделана тоже из кусочков материала, платье, которое ей шили. И вот швея, она вообще всю одежду себе шила, потому что фигура была нестандартная. И вот я хочу по принципу этой шали сделать плед, который можно накинуть себе на плечи, сесть в креслице, взять, ну, не попкорн, может быть, чай или что-нибудь вкусное, и смотреть фильм. Хороший фильм. Да, хороший фильм. С семьей или там в одиночестве. Для этого вот я взяла вот такой флис, который, в принципе, есть у всех. Но у меня вот именно плед это был. Только плед, он не обработанный. Вот такой вот просто кусок материала. Отдельно вот остатки вот этого серого, ну, что-то наподобие крепшего фона. Мне понадобится еще синтепон. И сразу говорю, я буду оформлять его балабошками, помпонами, шариками, мячиками, не знаю, как можно назвать. Ну, вот такие штучки будем делать. Вот. Делаются они очень просто. Это, значит,
как мячик мы шьем. Шьем его из четырех вот таких вот лепесточков. Их можно высчитать. Размер мячика определяете вы сами. Если захотите, можно вообще вот такие гигантские мячики сделать, чтобы они одновременно еще и подушкой были. Но я определила такой размер 18 сантиметров в диаметре. То есть, ну, как и в простой математике, мы делим 18 сантиметров на 4 части и высоту, соответственно, на 2, потому что длина листочка у нас вот такая вот. То есть у нас, как всегда, вот есть под рукой сантиметр, и значит, измеряем. Вот у меня как раз по ширине листочек получился 6 сантиметров и высота его 8. Я, чтобы показать заготовку такую сделала, у нас получился вот как раз... Да, диаметр 18 сантиметров. Вот такой помпончик. Мне нужно сделать их много, потому что в конечном итоге они будут по краю располагаться нашего пледа, что, собственно, было и у Мерлин Монро. Когда, это фишка. Да, они были сделаны... Да, помпончики были сделаны из кусочков материала. Сама шаль была сделана из кусочков, как пэтчворк, сделана из кусочков квадратов. Они были сострочены друг с другом, и она была двойная. У нее вверх был такой, значит, вот наподобие нашего манекена, вот такая синяя ткань с отливом была, как люрикс, а с другой стороны был синий шифон гладкий. И вот такие вот на краях были вот такие вот мячики. Но сегодня мы даже немножечко истории узнали, да, Настя? Да, очень. Значит, шаль-то была у Мерлин Монро, это да, понятно. А плед будет у нас. А плед будет у нас. И здесь необходимо отметить, дорогие телезрители, что отныне все... производство, да, все творчество и все уникальные предметы, которые делает Мария Куницкая в прямом эфире, мы будем размещать на сайте благотворительного фонда «Соцдети Якутии». Соцсети, в Инстаграме, да? И то есть вы, дорогие телезрители, можете поучаствовать в благотворительной вот этой акции, да? Приобрести уникальные, эксклюзивные. Кстати, Маша делает все только в одном экземпляре. Да, действительно, все сделано в одном экземпляре. В одном экземпляре. Значит, вы приобретаете предметы, возможно, сможете помочь ребятишкам, которые нуждаются в финансовой помощи. Ну что, Машенька, ты начинаешь делать? Ну, я начну, я просто покажу. Значит, я буду сострачивать, значит, во-первых, я буду выкраивать вот из этой вот, из кусочков такого материала по 4 лепесточка. Так, ножницы у нас вот здесь вот. Естественно, с запасом... небольшим запасом, чтобы у нас был на строчку оставался припуск, чтобы можно было удобно его вывернуть. Ну, где-то 0,5 сантиметра. Ну, буквально, на самом деле, можно использовать даже маленькие лоскуточки. То есть вот какой-то, вот куда помещается этот листочек, то и можно вырезать. И получается, на самом деле, такое безотходное производство. А вот эти маленькие лоскуточки можно использовать для начинки. Угу. То есть забивать ими. И вообще у вас, получается, ткань будет совершенно безотходное производство в шитье. Такая, значит, экологическая партия может порадоваться за вас. Вот. Ну и, соответственно, я еще немножко взяла синтепона, потому что у меня не хватит всех этих лоскутков. Так, ну вот. И для, значит, для примера, вот я, видите, вырезала. И покажу, как вот так мы друг на друга накладываем, сострачиваем. Сейчас еще две штучки вылежу. Маш, сколько примерно времени займет вот изготовление такого замечательного пледа? Да, я поняла. Мне кажется, все об этом тревожатся. Вот все всегда думают, у меня нет времени. Ну вот нет у меня времени сделать то, все и так далее, да? Вот объясни, дорогие телезрители. Вы знаете, это даже успокаивающий такой момент есть, когда нарезаешь такую мелочь. Но я думаю, что если сесть и от начала до конца сделать вот по технологии, то есть сначала заготовить, потом приготовить синтепон, потом приготовить ленточки там, допустим, или что-то, ну, около 2 часов. Полный. Кстати, вот за просмотром любимого фильма можно таки сесть. Да, можно таки сесть и все это сделать. Вот. Ну, значит, вот таким образом мы выкроили, сострачиваем друг с другом их. Сейчас я пока строчить не буду. И я вот один пробный, я покажу вам, как набивать, а потом покажу, как сострачивать. Вот мы оставляем маленькое отверстие и закладываем туда синтепон ножницами. Можно делать, можно карандашом, можно пальцем. Ну, а чем можно заменить синтепон? Ватой можно, вот которая техническая такая желтая, можно ватином, можно опять же с лоскуточками. Некоторые даже делают для пледов лоскутки из одежды, то есть вот какая-то ветошь тоже можно сделать. Безотходное, безотходное, да, производство, да, чтобы, так сказать, спасать планету от загрязнения. Ну и, пожалуй, вот все сейчас. Я приблизительно, количество вот мягкого материала внутри шарика должно быть в 2 раза больше по объему, когда вот раскладываете.
Вот такие листочки. Да, немаловажно. Ну, главное, чтобы он был объемненький, да? Да. Не такой. Нет, вот, допустим, вот квадрат, и вот это, больше этого квадрата должно быть в два раза мягкого. Mm-hmm. Тогда он будет вот такой пухленький. Вот, получается вот такая вот... Сколько таких замечательных шариков, балабончиков? Исключительно от желания вас. То есть высчитать длину. Если маленький плед, ну, где-то в среднем через 20 сантиметров нужно их крепить. 20-15. Mm-hmm. Если, соответственно, длина 1,20 м, то у нас идет 6 шариков. Если больше, то с каждым увеличением на 10 сантиметров 15, у нас будет по одному шарику добавляться. Вот, ну, пожалуй, что все уже у меня сколько можно... надо лепесточков? По 4. А, ну, 4. Вы знаете, да, это как земной шар. Вот мы разложили все, круг, понятно. Разрезали по... Вот, напоминает карту разложенную. Угу. То есть их надо швейной машинкой шить, а потом так да. взять и... Да, да, да. Сейчас я буду сострачивать, но, да, к сожалению, получается? Я сейчас не могу сострачивать, потому что мне нужно заготовить все. Угу. Да. Ну что, девочки, а я хотела бы напомнить, пока Машенька работает, о том, что на эта неделя посвящена дню рождения Баскони. И сейчас, дорогие телезрители, еще очередной факт о Баскони. В 2001 году торговая марка Баскони вышла на российский рынок. И поначалу они специализировались только на женской обуви. С 2003 года производство значительно увеличилось, и на свет появилась мужская коллекция. Марка Баскони продолжает совершенствовать свою продукцию и никогда не отстает от последних тенденций в производстве обуви. Так, нанотехнологии в производстве – это последнее слово обувной мануфактуры. Каучуковая подошва с амортизирующими свойствами – это легкость походки. Четкое повторение анатомической формы стопы, ортопедические функции, что немаловажно, экологически чистый и безопасный состав материала. Снескользящая поверхность подошвы позволяет в наших климатических условиях сделать эту обувь незаменимой. Девочки, давайте будем первыми, кто попробует эту восхитительную колодку Баскони. И настолько все продумано у них до мелочей, что это будет обувь, которая запомнится на ноге однозначно. А купить ее можно улица Орджоникидзе, 38. Это всем известный ТРК Туймада. На третьем этаже огромными буквами великолепная итальянская фамилия Баскони. Звучит как музыка. Замечательно. Ну что, Машенька, трудись, старайся и покажи нам результат. Буквально через несколько минут мы вернемся обратно в студию. Сейчас у нас небольшая рекламная пауза, и сегодня мы говорим на интересную тему «Волшебный мир кино». Дорогие телезрители, оставайтесь с нами, обязательно продолжим. Дорогие телезрители, мы продолжаем с вами «Город женщин» программу. И мы сейчас с вами продолжим урок английского языка вместе со мной, с Настей Кондаковой. Итак, у нас сегодняшняя наша тема посвящена фильмам, кино, фильмам. И я вам подготовила слова, новый вокабуляр по теме фильма. Давайте вспомним, какой же метод мы с вами использовали на прошлом уроке. Ну, это очень интересно. Кстати говоря, об этом методе. Вот, дорогие телезрители, возможно, вы не смотрели наш прошлый эфир. Хотелось бы рассказать, что у Насти своя определенная методика запоминания слов. Очень интересная. Ассоциативная. Она основана, да, ассоциативная методика. Это очень веселая. Кстати, да, у меня была такая смешная ассоциация, что я ее, по-моему, еще целую неделю вспоминала. Так, ну-ка, Маша, скажи, пожалуйста, как было, будет управлять автомобилем или каким-то транспортом? Operate. Да, правильно его запомнила, Маша? Я, значит, по ассоциации у меня это слово «опера». Опер, уполномоченный который, и операции. И мне значит, Настя сказала, ну, теперь представь, что опер уполномоченный едет на операцию, ну, операцию имеется в виду по захвату там или что-то, и управляет автомобилем, я говорю, да, и еще поет оперу. Все, то вот самое ключевое здесь, Маша, это нам надо запомнить, что ты управляешь, да, ну, то да, есть да, да. Перевод слова надо тоже связать, надо с нашим английским словом. Я бы хотела рассказать, да, у меня ассоциация была оперативна, и ты сказала, что, конечно, управлять автомобилем там это можно и оперативно, и ну, спешить куда-то быстро, и движение. Что самое интересное, на этих выходных мы встречались в компании друзей, и они были свидетелями прошлого эфира. И, значит, мы так за столом сидим, там человек 10, и из них два говорят: Даша, мы видели твой прошлый эфир. Я говорю, да вы что? Они говорят, самое интересное, что мы запомнили слово. Я говорю, какое? И они все говорят
Operate. Я говорю, а вы как? И они запомнили просто благодаря тому, что провели свои ассоциации, сидя за экранами телевизора. Поэтому это очень здорово, классная методика. Присоединяйтесь к нам. И сейчас мы с вами запишем, точнее, запомним новые слова. Так, это какое слово? Я что-то не вижу. Movie. Movie, да. Movie. Movie я знаю. Фильм. Да-да-да. У меня на юбке, я делала такую юбку очень короткую, и у меня на попе было написано movie. Так, и ты не знала его перевода? Получается, ты сейчас уже ассоциацию уже себе придумала, да? Да. Можно представить, знаешь, так, что ты как будто в этой футболке пошла в кино. Нет, это была юбка. А, юбка. В этой юбке ты пошла в кино, и там было написано слово movie. Так, у Даши какая ассоциация? Ну, я не знаю, муви, у меня просто сразу фильм, я не знаю почему. Угу. Ну, для людей, которые знают, это очень легко, да? Так, следующее слово. Ну-ка, как читается, Даша? Прочитай, пожалуйста. Character. Character. Как вы думаете? Вот все думают, что character — это характер. На самом деле это герой. Герой фильма. Ну, мне кажется, опять герой ассоциации. Ассоциация, да. То есть у героя фильма должен быть характер. Все, мы уже запомнили два слова. Так, следующее слово это похоже на какое слово? Плот. Да, плот. Похоже на этот, на плот, наверное. На плот, да, конечно. Ага. Но на самом деле это сюжет. Сюжет. Значит, у нас же фильм, есть герой, сюжет, уже полностью весь фильм, да, мы почти составили с вами. Так, следующее, это у нас слово, action movie. Action movie, я знаю. Да, action movie переводится, ну-ка, как бы, ну, action на какое слово похоже? Это активный. Да, это активный, то есть, получается, это у нас... Остросюжетный, да? Да, остросюжетный фильм. Остросюжетный. Ну, экшен это уже же практически в современном языке, он уже используется. Хорошо, даже в русской так, речи. Мы с вами, так, запомнили, да, movie мы ассоциируем со словом, ну, некоторые, Даша, ты уже знаешь, Маша, значит, ты ассоциируется с юбкой, character, что у героя должен быть характер свой, да, значит, дальше сюжет, можно запомнить так, как будто я еду по речке, на плоту, да, и на этом плоту какой-то сюжет написан, допустим, фильма, да, дальше идет остросюжетный фильм. Остросюжетный, ну, слово action, мне кажется, такое знакомое, это да? Это уже, да, это, то есть, это движение, это динамика какая-то. Да, вот, динамика. Пожалуйста. Так, теперь я как стираю, значит, английское название. Так, английский вот этот вот перевод я стираю. И, Даша, пожалуйста, я знаю, что ты так неплохо говоришь по-английски. Ты можешь, пожалуйста, немножко рассказать, используя наши новые слова про фильм? Допустим, кто у нас есть в фильме, там, актеры там, и так далее. Вот, используя эти слова, немножко такой моноложит на английском языке. Ну, ничего себе. Может, начнем с Маши? Маша, давай. Окей, now we speak English only, окей? Маша. Ну, я артикли-то помню, конечно. Как умеете? Вот самое главное, мы не гонимся за прямо идеальным английским. Нам надо исходить из того, что у нас есть. Слова у нас movie, character, plot, action и action movie, да? Да. The... Давай. The movie... The movie... Хорошо. Good, very good. Какой-то фильм, скажи мне. The movie... The movie... James Bond. James Bond. A very interesting character. Excellent. Is very interesting character, yeah. Very good English. Отлично. Ну что, дорогие телезрители, замечательная методика Анастасии. Да. Анастасия, присаживайся к нам. 5-5. Ну, а мы продолжаем тему нашего эфира. Это волшебный мир кино. И до недавнего времени, как мы уже говорили, продюсерами, режиссерами, операторами, сценаристами, преподавателями киношкол, киностудий были зачастую мужчины. Но это ни для кого не секрет, да? Кстати, большинство членов жюри на различных фестивалях также были мужчины. Но сегодня мир кино
кардинально изменился. И в нашей студии сегодня Анжелика Тупицына с потрясающей профессией продюсер. Приглашаем ее в студию, проходите к нам. Девочки, знакомимся. Анжелика, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Анжелика у нас продюсер. Как? Вот у меня первый вопрос. Ну, девушка, ну, обычно готовит, варит, шьет, как Маша, учит английский язык, да? Но в продюсерство как вы попали в такую интересную профессию? И вообще, на самом деле, что это за профессия? Потому что для меня продюсер – это как фокусник вообще, непонятно что. Но продюсер, в первую очередь, это хороший организатор. Это тот человек, который организует съемки, ищет финансирование. Его работа нацелена на результат. Это готовый продукт, который потом он опять-таки размещает и в эфир, и в кинотеатрах. И доводит до большой аудитории. То есть фактически вы папа? Ну, мама, наверное, больше. Не, ну если вы финансируете, то вы папа. Нет, она ищет тех людей, кто финансирует. Я ищу папу. Да, я ищу папу в основном. Ну и вообще, как давно вы работаете в этой индустрии? Ну, я работаю где-то порядка 5 лет. В тесном сотрудничестве с Якутской епархией, с архиепископом Романом. У меня такое направление, несколько необычное, да, это церковные фильмы. Но мы стараемся их делать, чтобы они были мирскими, сняты, да? Да, таким доступным языком и были понятны широкой аудитории зрителям. А вот у меня такой вопрос. Вы по основной своей профессии кто? Режиссер. То есть режиссер. По образованию режиссер. Режиссер. Да. То есть вы из области, так сказать, творческой такой, режиссер считается романтической профессией вообще на самом деле. Вы перешли в сугубо практическую. Если вы говорите, что это управление, что все-таки управленец и режиссер, хотя режиссер тоже управляет процессом, но он как-то немножко в другую. Нет, продюсер у него больше, да, шире, да? У него шире, да, у него намного больше полномочий, функционал у него выше. Ну, я пришла в продюсирование из пиара. Кстати, очень многие вот как раз женщины проделали именно этот путь. То есть они были хорошие состоящие. Из рекламщиков, да? Да, из рекламщика. Потому что, ну, большая часть нашей работы – это, естественно, поиск финансирования. То есть есть идея, дальше ты уже ищешь деньги. После того, как ты их нашел. И это надо пустить в прокат. А у меня вот такой вопрос возник. Вот скажите, пожалуйста, в чем различается разница между режиссером женщиной и режиссером мужчиной? Продюсером. Вот, да, продюсером, извините, да. Между режиссером или... Есть ли какая-то вот, допустим, какие-то свои особенности? Гендерные различия. Различия. Продюсер какие-то. Мужчина и продюсер женщина. Все-таки мыслят-то они, наверное, в одном русле, да? Но мне кажется, все равно это как-то немножечко разная вещь. Мы не будем обижать, конечно, мужчин, да, и не скажем, что женщины во всем лучше, да? Но вот именно в плане в этой профессии. Ну, женщина, она всегда идет до конца. Всегда. Всегда. То есть это вот там ее убей, прибей, она все равно дойдет до конца. То есть она очень ответственная. Она очень ответственная, и девочки никогда не подводят. Мужчины могут подвести, а женщины нет. Как приятно слышать. Хорошо. Ну, как вы уже сказали... Мужчины, не обижайтесь. Да, как вы уже сказали, Анжелика, вы работаете в этой сфере 5 лет и работаете в достаточно такой интересной специфике, да? Вот расскажите о своих работах, и я знаю, что вам есть уже чем похвалиться, и достижения есть в этой сфере, и ближайшие планы. Ну, во-первых, конечно, это наш фильм «Якутия небесный покровитель». За него мы получили статуэтку ТЭФИ. Это самая высокая награда российского телевидения. Это второй ТЭФИ у нас в Якутске и третий на Дальнем Востоке. То есть мы уже получили высокую... Когда это было? В 2015 году, 2015 год, ТЭФИ регион. А вот сегодня мы запустили еще один фильм. Как называется? «Первый якутский». Это о чем? Он о первом нашем якутском епископе, Дионисии Хитрове. Это вот когда была основана Якутская епархия, он ее возглавил. И вы выступаете и там как продюсер? Да, да. И вот вы вот, то есть вас уже можно и профи назвать, получается? Если, нет, вы уже... если вас оценили уже. Да, вы вас этой, уже и ТЭФИН, да? Оценили. То есть вы там выступали как продюсер или тоже как режиссер? Продюсер, продюсер. Режиссер у нас Светлана Сивцева. Она вот это, ну, именно, наша коллега, да, мы знаем. Да, да, слава богу. Я не взялась за режиссирование, потому что есть Светлана. Это талантливейший режиссер. У нее здорово. Полная свобода действий на площадке. Моя задача – обеспечить ее работу. Так это вообще фантастика. Ваш первый продюсерский труд сразу получил ТЭФИ? Да. Так вы просто уникум. Спасибо. Мне кажется, теперь и второй ваш. У меня была сильная команда. Ну да. И шикарный автор. Кстати, скажите, сразу вот эта команда была достигнута? Нет, я поменяла ее 3 раза.
И вот сейчас тот состав команды, с которой я работаю, вот он меня полностью устраивает. И они между собой прекрасно сработались. Вот тот самый случай, когда говорят, что продюсер может поменять даже и актеров, и сценарий, и режиссеров, и всего, да? Да, такое бывает на площадке. Или найдем общий язык, или не будет. Вам потом стекла не били дома? Нет, стекла не били, слава богу. Ну вообще, а вот расскажите, пожалуйста, давайте три основных плюса вашей профессии. Плюса? Да. Ну, во-первых, ты общаешься с очень многими людьми. Приобретаешь именно навык общения, потому что твоя задача, перед тобой может быть и генеральный директор крупного предприятия, и дворник, который тебе готовит площадку. Ты со всеми должен найти общий язык, со всеми быть на «ты». Это вот первое. Второе, конечно, очень много ездишь. И третье, ты постоянно учишься. Постоянно. Что-то новое совершенно. Вот это и технологии, которые меняются каждый день. И какие-то новые знания. Спасибо большое, Анжелика. Итак, дорогие телезрители, в нашей студии был потрясающий продюсер, наша уже любимица и, как сказала Маша, уникум Анжелика Тупицына, которая была обладателем премии ТЭФИ. Ну а на этом мы уходим на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш эфир. Вы смотрите программу «Город женщин». И самое время для нашей постоянной рубрики «Не глянец» с нашими партнерами сети магазинов «Книжный маркет». Внимание на экран. Спонсор рубрики – торговая сеть «Книжный маркет». Сегодня мы начинаем серию инстамам, то есть инстаблогеров, очень популярных. И первая из них – это Анна Быкова. Во-первых, это первая книга, которая стала действительно самым, по-моему, бестселлером. И до сих пор она очень хорошо продается. Это «Самостоятельный ребенок» или «Как стать ленивой мамой». Вообще, термин «ленивая мама» она в противовес «ты же мать» и тому подобное. Ну а здесь мы видим совершенно другое. Картину другую, когда из агрессивной, нервной, раздражительной, действительно такой неряшливой мамы, мама превращается в совершенно процветающую, деловую, которая владеет основами тайм-менеджмента, и действительно она везде успевает. Как показано на этих иллюстрациях, сидит, ничего не делает, не прилагает больших усилий, а дети у нее и готовят, и убирают. Вот эта серия «Ленивая мама», она показана для тех мам, ну и для будущих мам, которые хотят действительно не погружаться в домашнюю депрессивную пучину, а быть современной мамой. Посмотрите, какие очень интересные книги предлагает нам сегодня наш магазин. Такие, как «Монтессори у вас дома», «Практическое обучение», «Развитие речи», «Сенсорное развитие». Ребенок познает этот мир не только с помощью моторики, не только с помощью тактильных ощущений, но и, конечно, через речь. Ничего придумывать, ничего искать не надо. В одной книге у нас собраны все разнообразные игры, упражнения, тренинги, начиная от физических занятий до интеллектуальных. Мы видим, как можно развивать своего ребенка с нулевого цикла до 3 лет. Здесь не нужны какие-то дорогие игрушки, не нужны какие-то супердорогие гаджеты, супердорогие, не знаю, там, конструкторы. Все очень минимально, все доступно. Это такие предметы в доме, которые есть у каждого. Самые бытовые, такие как мучительные переходы, приучение к горшку, приучение спать отдельно от родителей. Все это у вас здесь расписано, и все работает. Система Монтессори. Перед вами говорящая волшебная доска. Обратите внимание, всевозможные вот эти все мелкие, то, чем любит ребенок, в принципе, все делать. И мы это ему запрещаем, да? Подходить к выключателям, что-то закрывать, что-то выключать. Я знаю, что каждая во второй российской семье самая любимая игрушка у ребенка – это пульт. А почему его пульт так привлекает?
потому что там кнопочки, там можно все бесконечно нажимать. А здесь все ему доступно и все разрешается. А еще мы видим, как эта игра у нас превращается в комплекс «Переходи улицу правильно». Какие есть экстренные службы, какой светофор, что сделать. Причем, посмотрите, застежек бывают разные. И очень удобно для маленькой детской ручонки. Все очень будет приятно обхватывать, защелкивать. И все очень качественно сделано. Занятия не только дома, но и в детском саду, в начальной школе. Впрочем, везде. Покупайте. Вы будете очень довольны. Искать ничего не надо. Все это у нас под рукой. Мы продолжаем наш эфир. И сегодня тема. У нас в студии мы обсуждаем очень интересную тему. Это волшебный мир кино. Мария у нас сегодня своими золотыми ручками творит замечательный плед для просмотра кинофильмов, да, в уютной атмосфере. Маша, каков процесс, на какой стадии? Ну, так, пончики я уже присоединяю к пледу. Так быстро, очень-очень быстро все делаешь. Но у нее очень много шариков, мне кажется. Настенька, может, ты поможешь? Да. Поможешь, да? Итак, Настенька присоединяется, помогает Марии изготавливать замечательный плед. Ну а мы продолжаем. Девочки, фильм «Странные звуки счастья» режиссера Диего Паскаль Панарелло. Крупный фестиваль документального и анимационного кино прошел в Лейпциге, где картина вошла в 12 лучших. Когда было заявлено около 3200 картин. Этот фильм не оставил никого равнодушным. Было 2 показа, и залы были переполнены. А с чего ты вдруг начала рассказывать про этот фильм? А знаете почему? Потому что сегодня в городе женщин потрясающие гости, которые расскажут про эту картину. Давайте знакомиться. Мы приглашаем в студию Спиридона Спиридоновича Шишигина, хамусиста, виртуоза мира, а также Лену Шишигину, координатора съемок фильма «Странные звуки счастья». Здравствуйте. Ну что, мы-то, конечно, поздравляем вас. Спасибо. С таким триумфальным, да, появлением в Лейпциге на фестивале. Ну и перед тем, как обсудить эту замечательную картину, давайте посмотрим трейлер. One day I heard a strange sound. And since then I have it always with me, Joe's heart. Pezzo di ferro per fare la cassa del marranzano. Sto lavorando alla ricerca dell'anima di questo strumento da più di 2 anni. Non sono un gran musicista, però in questi 2 anni ne ho incontrati di bravissimi. Arrivavano da tutto il mondo, dal Giappone, dalla Siberia, dalla Germania, dall'Olanda, dalla Francia, dall'Inghilterra e anche dalla Sicilia. Tutte queste persone mi hanno raccontato come questo pezzo di ferro gli ha cambiato la vita e tutti quanti avevano un filo conduttore nelle loro storie, la Yakuza. I've got married with a Sakha woman from Siberia because of the juice harp. You know, Siberia is very cold place, minus 50 degrees. This instrument can call spring or summer. This is the sound of water drops, which means that the ice is melting and the summer is coming. So this instrument can call happiness. So let me know, the people are waiting us? Yes, all of people of this village waiting you. Yeah.
Schachtal. Ну что ж, мы смогли воочию немножечко притронуться к этой картине замечательно. Ну и, конечно, первый вопрос будет к вам. Вообще, как вы попали на этот фестиваль и откуда пришла идея создания такого фильма? На фестиваль мы попали благодаря тому, что фильм очень сильно заинтересовались в Европе. И много работы было проведено, и в итоге фильм пригласили на фестиваль. Фестиваль вообще называется «Dog Leipzig». Это самый крупный фестиваль в мире. Ему в этом году исполнилось 60 лет. Ну да, и количество участников, да, заявленных, это 3200 картин, да. Говорит само за себя, да? Конечно. Это как Олимпийские игры для спортсменов. Да. Такого уровня. Фестиваль. Угу. Фестиваль прошел в Лейпциге, да? Угу. А, значит, фильм. Расскажите нам, о чем этот фильм, потому что, ну, в трейлере, конечно, мы поняли, да, основную тему, но мне кажется, больше всего, наверное, интересна будет основная идея этого. Самое интересное то, что мы работаем над фильмом уже, ну, лично я где-то 5 лет, а Спиридон Спиридонович уже где-то 7. Угу. И когда мы ехали на фестиваль, мы еще даже не видели вообще, как выглядит фильм. Ну, что мы можем сказать, это был очень классный фильм. Фильм действительно очень хороший. Мы боялись, с какой стороны покажет, да, нашу культуру. Очень хорошо все показано. С Диего мы уже близкие друзья. Фильм о том, как инструмент маленький объединяет народы и как он меняет жизнь человека. Ну, вот с Диего я знаком, как вы уже сказали, где-то больше 8 лет. А как вы познакомились с Диего? Интересно, ну, так, Спиридон Спиридонович, да? И Диего, да? Как ваши пути пересеклись? Это все благодаря хомусу. Он заинтересовался с хомусом и везде искал хомусистов и этот инструмент. Да, я, кажется, я специально к вам приехал. Да? И он, ну, узнал в интернете, что я выступаю в Париже. И он туда приехал, в Париж. И там начались съемки. И, конечно, все хомусисты предлагали ему поехать в Якутию. И я тоже, конечно, пригласил. И вот он приехал со своим непрофессиональной любительской камерой и снимал год. Вот там я познакомился с Леной, и он все снимал. А потом уже приехал с немецкой компанией, потом продолжил еще с итальянской. И вот, наконец-то появился фильм. Интересное название, да? Да, странное название, очень красивое. Очень красивое и такое, знаете, не сразу поймешь, да, про что это. Если немножечко приоткрыть занавес и рассказать про сюжет, то это про человека, который потерял в жизни все. Диего, это документальный фильм, да, то есть это на реальных событиях основано. И рядом с домом, где он жил в течение там 20 лет, была маленькая улочка, куда он никогда не заходил. И когда он вот потерял все, вдруг он услышал вот странные звуки какие-то. Он завернул туда, нашел магазин маленький и увидел инструмент. Он думал, он не знал, что это музыкальный инструмент. Он думал, это какой-то инструмент для работы по дому или там брошь или еще что-то. Что ему объяснили, что это музыкальный инструмент. Раньше на нем играла, ну, в Сицилии именно, я так поясняю, сицилийская мафия, да? Но сицилийская мафия играла. Да, но он решил узнать, он, когда начал играть на нем, он не умел играть, он научился в процессе съемок играть. Вот Спиридон Спиридонович его тоже учил, да? И получается то, что он почувствовал, что за этим инструментом скрывается целый мир, и оказался прав. Интересно, очень интересная, да, картина. Мы обязательно продолжим эту беседу замечательную с нашими гостями сразу после короткой рекламной паузы. Мы продолжаем прямой эфир, и сегодня мы говорим про кино. Волшебный мир кино. И у нас сегодня в студии очень интересные гости, которые побывали на крупнейшем фестивале документального и анимационного кино в городе Лейпциг и вернулись с потрясающей новостью. Ведь их картина «Странные звуки счастья» вошла в 12 лучших работ этого фестиваля. Ну и мы продолжаем наш рассказ. Мы уже затронули тему, как вы познакомились с режиссером, да?
Затем, значит, мы поговорили с вами о том, как вас о сюжете, о чем вообще этот фильм. А кто же является актерами? Ну, вначале думал, что я, потому что он очень долго меня снимал. И в Италии переглашался, Иван Егорычем снимал, в Париже снимал, дома снимал. Но потом он во время съемок понял, что это без Кузнецов такой фильм не получается. И вот он очень много снимал Кузнецов, Германа Бурцева снимал, Ивана Колодезникова снимал, а потом остановился на Чемчоеве. Григорий Григорьевич, Гаврилевич, он потом, ну, он такой собирательный образ наших всех кузнецов. И вот он, и главное, его хомус летал в это время в космосе. И вот очень удачно, что, я думаю, очень правильно, что именно он был собирательный образ наших кузнецов. То есть главный герой – это кузнец Чемчоев. То есть он начал не сыграть не с того, кто играет на хомусе, а тот, кто дает ему жизнь, тот, кто его выковывает. Вообще, в данной сфере деятельности, скажем так, есть три главные основы. Основа – это, конечно же, исполнители, хомусисты. Первое. Второе – это, конечно же, кузнецы, без них никак абсолютно. И третье – это люди, которые болеют и живут этим, и пропагандируют в мире. Спиридон Спиридонович, я знаю, что вас очень ярко приняла публика, да? То есть мне даже, ну, я не побоюсь сказать, да, о том, что вас там приняли как голливудских звезд, можно сказать, да? То есть вам и вас прекрасно встретили, да? Вас заселили в лучшие отели, да? И, конечно, это все, ну, такая более материальная сторона, да? А что касаемо именно душевной, да, части? Я знаю, что картину восприняли на ура. И полюбили всю делегацию, прибывшую из Якутии. У нас, кстати, есть там фотографии. Нет, а вот у меня еще просто... Там, то есть, те зрители европейские уже посмотрели картину, получается? Нет, это премьера была. То есть, премьера. До премьеры, до первого вот показа никто не видел эту картину. А у нас когда будет? В следующем году. Там целый есть порядок, процесс. Ага. Да, порядок, определенный порядок. Ну, то есть мы увидим. Вы увидите обязательно. Якутия, ждите, будет премьера в Якутии. Хорошо. В следующем году будем скрестим пальчики и будем надеяться, что именно в следующем году мы уже увидим этот фильм. Ну, а я бы хотела отметить еще, да, что семья Шишигиных – это не просто семья, да, это семья талантливейших людей, и в этой семье, мне кажется, основа – это, конечно, женщины, да? Вот, Спиридон Спиридонович, расскажите, пожалуйста, про своих замечательных женщин семьи Шишигиных. Ну, можно сказать, ну, обычная семья, но, значит, ну, одна особенность может быть то, что мы все очень любим хомус, умеем играть на хомусе, и благодаря этому у нас очень много друзей со всего мира. Но приезжают гости очень часто, и мы их все сообща принимаем, помогаем им ознакомиться с нашей культурой. Ну, очень, конечно, нашим женам это трудновато приходится, потому что вот как съемки это очень много гостей, их принимать тоже это жена Гера Панасьевна. Ну, Гера Афанасьевна, это моя тетя, она очень вкусно готовит. Да, и... кстати, ее назвали, по-моему, главным шеф-поваром Якутии, да, там у вас. Потому что она всех встречала и с оладушками, и с национальной кухней, да? Не только, там такие столы тетя Гера накрывает. И действительно, у нас в Якутии очень гостеприимный народ. И всегда, вот сколько я бы не работала с иностранцами, вообще много-много лет, всегда, куда бы мы ни приезжали, даже где угодно, хоть в маленькой деревне, хоть в городе у нас, всегда накрывали самое лучшее. И всегда была традиционная еда. И все знают и наслышаны о гостеприимстве народа Саха и якутян в целом. Ну что, дорогие телезрители, вот такая замечательная семья Шишигиных. И самое время перейти к нашей любимой рубрике «Love Story». Давайте познакомимся с еще одной замечательной семьей. Ведь Love Story рубрика, кстати говоря, рассказывает всегда о потрясающих и уникальных семьях. Внимание на экран. Спонсор рубрики «История любви» – компания «Металлторг». Помогаем строить счастье. Сегодня мы в гостях у замечательной семьи.
Она скрипачка, он артист балета. Ну что, давайте скорее знакомиться. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились? Мы познакомились, можно сказать, на взлетно-посадочной полосе. Вот, у нас были гастроли в городе Хабаровске. Ну, можно сказать, что это была прямо любовь с первого взгляда. Я прям так захотела, чтобы он меня что-нибудь спросил, хоть бы он меня что-нибудь спросил. Так ждала, ждала, и он спросил. Я исполнил ее желание. Я услышал ее мысли. Да, я услышал ее мысли. И, в общем, так мы и познакомились. У нас во дворе был мальчик, ну, сосед. И мне показалось, что он безумно похож на Катю. То есть я думал, это, наверное, ее брат. Я подошел к ней и спросил, а нет ли у вас брата Андрея, да? Да. Андрей. А на самом деле у него брат Андрей так и есть. Я так удивилась, потому что у меня же есть брат Андрей. Я думала, он меня уже знает где-то и просто спрашивает, ну что. Но это был не сосед, да. Это был не сосед. Какой самый запомнившийся момент был в ваших отношениях? Когда он поднялся на люльки, ну, которые вот ремонтируют ремонтные работы, на второй этаж, ну, как бы в окно, и удивил цветами с букетом цветов. Потом я туда, главное, перелезла, и мы там еще пофотографировались на память. А вот как вы делали предложение? Так, я заехал за ней домой, надел ей повязку такую, знаете, для сна, вот, повез ее в один ресторан. Доехали до этого места, когда я открыла, о, это красиво, там еще вечерело, огни. Да, вечерело. Очень романтично. В общем, я купил два шарика и на веревочке написал там, ходи за меня замуж. В один прекрасный момент просто так вот открыл. Вот. Да я как через год, наверное, уже понял, что я, наверное, я на ней женюсь. Вот, а через два года я просто на это решился. И еще один через год. Три, да. Через три года я как бы с этой мыслью я уже шел в ЗАГС уже полностью осознанно. Как творчество влияет на ваши отношения? Ну, самый трудный, наверное, момент, это то, что мы, наверное, редко видимся, потому что график ненормированный. В общем, все от обстоятельств зависит. Вот это, наверное, самое сложное. Ну, и начинаешь ценить время, которое проводим вместе. Которое проводишь вместе. Угу. Это самое главное. А сейчас мы с вами поиграем в нашу традиционную игру. Отвечайте на вопросы одновременно. И не подглядывайте друг к дружке. Какое произведение больше всего любит играть Катя? Раз, два, три. Нет, что ли? Нет. Так, это у вас Моцарт? Да, Моцарт или Весна Вивальди. Нет, что ли? Зима в Буэнос-Айресе. Не расстраивайтесь, зато теперь вы знаете, какое любимое произведение Кати. Любимое время года Павла. Ты готов? Раз, два, три. Yes. В каком городе вам хотелось бы больше всего оказаться вместе? Подождите, мы же только что говорили об этом. Про отдохнуть ты не говори пока. Раз, два, три. Yes. Как романтично, все-таки вы выбрали Париж. Здорово. Совпадение, два совпадения. Спасибо огромное вашей семье за такое замечательное интервью. А сейчас от спонсора нашей рубрики я бы хотела вам вручить сертификат от Металлторга на приобретение товара. Спасибо. Между прочим, у них сейчас скидка 15%. А с вами, дорогие телезрители, мы встретимся на следующей неделе в этой же рубрике. Ну что, уважаемые гости, у нас остается совсем немного времени, и хотелось бы задать вот такой вопрос от себя лично, да? Как вы считаете, вот насколько важно нашей республике участвовать в подобных крупных именно фестивалях? Я думаю, все согласятся, то, что участие в подобных фестивалях и вообще продвижение культуры, народа и так далее, республики, оно важно в любой сфере. Это не только участие в фестивалях. Да? Самое интересное то, что якутское кино узнают и знают уже в Европе даже. На данном фестивале мы знакомились с руководителями различных фестивалей. И они уже знают про якутское кино. Это очень радует. Это замечательно. Девочки, я вижу, Машенька готова, укуталась в замечательный плед. Вот. Итак, клип «Плед с балабошками».
Замечательно, здорово. Ну что, а завершаем наши фирмы чарующими звуками волшебного хамуса. И мы предоставляем возможность это продемонстрировать Спиридону Спиридоновичу. Ну, дорогие зрители, я прошу вас сесть поудобнее, и чтобы получить побольше энергии вот этого, от музыки этого замечательного инструмента. Ну а мы увидимся с вами на следующей неделе, в это же время, в этом же месте. До новых встреч! Yeah.